Я начну с того, что с такой неформальной части. Уже далеко не первый год я задумываюсь о том, о вопросе, который практически не получил освещения в литературе. Или, во всяком случае, я не знаю работ, которые бы прямо и непосредственно были посвящены этой теме. А теме, как мне кажется, чрезвычайно существенной. Вот хорошо известно и описано в литературе крещение до официального крещения. Начиная с 8 века, с 9 века, вот, по русским источникам, скажем, крещение россов, напавших в 860 году на Византию, по западным источникам, начиная с конца 8 века, потому что первые случаи крещения скандинавских еще не, вроде бы не викингов, но уже викингов, конечно, отмечаются, скажем, в конце самом 8 века, 780-е годы, 90-е годы и так далее. На протяжении 9-10 века нарастает количество информации о случаях крещения, но как бы очевидно, заданная модель того, что новообращенный христианин обладает тем же набором сведений и теми же примерно, ну, в сокращенном пускай варианте, знаниями о христианстве, как и христиане более позднего времени. Так ли это? И большие сомнения в том, что это так, у меня возникли довольно давно. Но как-то вот руки не доходили. А сейчас я хочу представить на ваш суд вот те соображения и те материалы, которые удается выкопать. А таких материалов действительно мало, потому что о крещениях скандинавов в 9-10 веках сообщают по преимуществу франкские аналы, которые просто отмечают эти случаи, но не вдаются в подробности, что там эти скандинавы думали, за редчайшими исключениями. Англосаксонская хроника, какие-то... И затем огромное количество более поздних источников, из которых наиболее достоверны, конечно, скальдические стихи X века. Но их крайне немного, а в основном это рунические надписи XI века и скальдика XI же века, уже создаваемый в христианский период, но отражающий какие-то все-таки вот уровень общих представлений. Ну и саги, к которым уже прибегать крайне рискованно, поскольку они записываются в значительно более позднее время. Значит, вот много писали о двоеверии, о синкретизме язычества и христианства и так далее. Но вопрос специально о том, что знали о христианстве, что из христианского учения воспринималось, как эти представления модифицировались и осознавались самими новокрещенными. Вот я не знаю таких работ. Если они известны кому-то, то я буду благодарна за указания. Я начну с сообщения достаточно известного. Ноткер Заика пишет «Вита Карли Магни», и там описывает знаменитый эпизод о крещении неких норманнов, один из которых возмущается, что ему не те дары дали, плохие дары. А вот когда он крестился в предыдущие 20 раз, вот там дары были как следует, а тут просто чистое безобразие. Но это, очевидно, всегда в историографии этот эпизод рассматривается как своего рода анекдот. Но, например, в франкских аналах под 876 годом в бертинских аналах рассказывается о марграфе Хуго, который, зажав в угол отряд норманнов, заставил их креститься. Они крестились, с удовольствием приняли дары, были отпущены Хуго и тут же принесли жертвы своим языческим богам. Это сообщают аналы. То есть подобного рода эпизоды были характерным явлением для раннего IX, по крайней мере, века. Но при
том, что, конечно, Ноткер изобразил эту историю красивым образом, изложил речи Нормана, речи других персонажей. В этом пассаже содержится целый ряд очень важных моментов для характеристики того, как норманы воспринимали христианство. Я, к сожалению, значит, скорее пересказываю этот текст, нежели его перевожу. Значит, однажды император сжалился на послами норманов и предложил им, не захотят ли они перейти в христианскую веру. И когда они ответили, что всегда и везде они готовы подчиняться ему, он приказал им, он распорядился, чтобы их крестили во имя Господа. Знатные люди в королевском дворце приняли этих норманов, как если бы они были их собственными детьми. Каждый получил белое одеяние из императорского гардероба, и от тех, кто принимал участие в обряде крещения, полный набор франкского одеяния, оружия и так далее. Это повторялось из раза в раз, и с каждым годом все больше норманов приходило, но не ради Христа, а ради земных преимуществ. Они торопились, спешили прийти не как посланцы уже, но как верные вассалы. И однажды на Пасху вот произошел вот этот самый случай с возмущенным норманом. В этом рассказе совершенно ясно прослеживается несколько моментов, чрезвычайно важных, характеризующих, хотя Ноткер пишет в конце IX века, но характеризующих ситуацию и более раннего времени. Во-первых, это инициатива, принадлежащая императору или знатным людям. Точно так же, скажем, крещение Гутрума в Англии в 878 году инициировано Альфредом, а отнюдь не происходит по желанию самого Гутрума. Во-вторых, это множественность, распространенность этого явления, многочисленность норманов, которые принимают крещение. В-третьих, это справедливая вполне убежденность Ноткера в крайне, как он выражается, предательская натура норманов и использование крещения в практических целях. Наконец, Ноткер обвиняет викингов в абсолютном незнании того, тех таинств и тех обрядов, которые совершаются и которые воспринимаются норманами исключительно как вот такая практическая, полезная, дароприобретательская акция. Большая часть из того, что написал Ноткер, подтверждается и другими источниками, и об этом я сейчас в основном говорить не буду. Насколько, значит, неграмотность в делах христианской веры норманов, крещенных, подчеркивается не только Ноткером, но и более поздними источниками, в первую очередь Римбертом в житии святого Ансгария. Значит, это тоже ранний памятник и аутентичный, которому вполне можно доверять. Значит, описывая крещение Харальда Клака, Ансгарий пишет, что, причем Харальд Клак в 826 году появился при французском дворе отнюдь не первый раз. До этого он не менее 2 лет провел в Саксонии, ожидая помощи Людовика Благочестивого, чтобы снова вернуться не на датский трон, а вернуться правителем Хедеби, скажем так. Значит, вот что пишет Ансгарий, Римберт. Датский король, как говорят, был
цитирую, невежествен и не обучен в делах веры и не знал, каким образом слуги Господа должны себя вести. Более того, его спутники, которые были недавно обращены в истинную веру и были привычны или были обучены в совершенно другой вере, обращали мало внимания на христианские правила и обряды. Одной из задач, которая стояла перед Анскарием, это я уже пересказываю просто, было уделить как можно больше внимания обучению вере и правильным молитвам и так далее. Значит, вот Харальд Клак, который вроде бы имел все возможности познакомиться с христианским учением, называется Римбертом, вот таким неграмотным и необученным. Были ли возможности, ну вот за исключением особого случая с Харальдом Клаком, действительно познакомиться более-менее всерьез с христианством? Как правило, нет. В каких случаях принимали христианство норманы в IX-X веке? Военное поражение и условием освобождения этих самых норманов было принятие ими христианства. Вот как в случае с Хуго, они принимали христианство и после этого возвращались к своей собственной вере. Более существенный момент – это комендация. Комендация франкским королям, которая отмечается уже, ну вот со времен Харальда Клака, во всяком случае, а может быть и раньше, есть некие указания на это, когда действительно новообращенный продолжал находиться и до этого какое-то время находился в среде христиан. Но вот случай с Харальдом как бы показывает, что немногому научался за это время. Да и время, проводимое перед крещением, было крайне невелико. Скажем, Гутрум после битвы при Этельни приезжает к Альфреду практически сразу и принимает крещение, проводит 8 дней в белых одеждах, после чего еще 12 дней празднует свое крещение и отбывает из замка Альфреда. И больше с ним не встречается. Значит, что он мог усвоить за это время? Вряд ли много. Ольга, которая приезжает в Константинополь, проводит, очевидно, 2, ну, от силы 3 месяца там, до крещения. Даже если она как бы вводилась в основы христианской веры, вряд ли за это время очень многое она могла усвоить. Что же усваивалось? В первую очередь усваивалось представление о Христе. Христос. Бог христиан. Этому, причем, понятие о Троице и понятие о Христе как Боге Сыне даже, очевидно, не предлагалось самими миссионерами. Вот тот же самый Римберт описывает такого идеального новообращенного скандинава Херигар. И вкладывает в его уста следующую формулировку. Значит, там в определенной ситуации Херигар обращается к Богу. «Мой Господь Иисус Христос, прошу тебя, излечить меня». И дальше цитата. «Для того, чтобы эти несчастные», то есть те, которые не обращены в христианство, «могли узнать, что ты единственный Бог, и что ты один можешь мне оказать помощь». Слова Херигара – это слова Римберта. То есть Римберт через как бы Херигара передает то, чему он должен был бы научить христианина. Бог един. И это
уникальность, вот одна... Что? Единичность христианского бога проходит через всю литературу 9 и 10 века и отражается потом и в более поздних сагах. Я, значит, саги этой, в саге об Олаве Святом, который поучает одного из своих приближенных, которого хочет обратить в христианство, ты должен верить, что Бог один, и только ему надо поклоняться. Это и Хакон Добрый, который говорит другому своему приближенному, что ты должен верить в Иисуса Христа, который один есть Бог и так далее. Но то же самое мы находим и в скальдической поэзии X века, дохристианской и раннехристианской. Более того, то же самое, я сейчас не буду зачитывать стихи и фрагменты, это постоянно повторяющиеся. Христос единый, принц, князь смертных. Христос единый, там, защитник и так далее, и так далее. Эйн постоянно повторяется. Это же отождествление христианского бога и Христа проходит и в рунических надписях, где вот эта формулировка «God's mother», бог, обращение к Богу и Божьей Матери, в десятках надписей четко показывает, что вот Бог – это есть сын Марии. В паре надписей вообще просто идет отождествление «Бог Иисус Христос», «Бог Христос, помоги там его душе». То есть это совершенно четкое укоренившееся представление, которое сохраняется в XI веке, во всяком случае, даже в скальдической поэзии XII века тоже проскальзывает, хотя уже наряду с упоминанием Троицы. Значит, для IX-X века это как бы очевидно. Христос в скальдической поэзии X века в значительном количестве кеннингов определяется просто как конунгар с определенными эпитетами. Могучий конунг, владетельный конунг и так далее. Более того, он представлен как конунг Рима, конунг греков и конунг гардов, то есть Рима, Константинополя и Руси. Это тоже скальдические стихи конца X века. Защитник, охранитель, вордер – то определение, которое применяется конунгу постоянно. Наконец, Христос обладает удачей Гипта, которую он дает тем, кто в него верит. Например, Кнут Великий получил великую удачу от Христа, и это помогло ему завоевать Англию, естественно. То есть Христос сопоставляется с конунгом и наделяется определенными качествами, которые конунгу присущи. Как бы не присущих конунгу качеств, Христос наделяется функцией создателя мира. Эти кеннинги, творец мира, творец небес и так далее, встречаются в скальдической поэзии начала уже XI века и на протяжении XI века. В поэзии X века таких кеннингов нету. Но, с другой стороны, создателем мира называется и Один время от времени. И по скандинавской мифологии Один является творцом всего сущего. Из деталей тела великана Имера, создателем людей и так далее. В данном случае я пока отмечаю только эти параллели. Христос – владетель небес, небесного мира –
это Кеннинги, и как бы владелец же или, во всяком случае, оказывает покровительство душам умерших. Что очень хорошо проявляется в рунических надписях, где вот эта формула «Христос, Бог и Божья Матерь» или просто «Бог, помоги душе», скажем, лучше, чем он о себе заботился сам. В нескольких надписях говорится о том, что молитва заключается в просьбе вести умершего, душу умершего в мир света, причем, как правило, это именно мир света. То есть Христос оказывается владетелем определенного пространства вне земли, как Один Вальгалы, скажем. И как Один заботится о Эйнхейриях, так Христос заботится о душах умерших. Причем понятие рая и ада появляется достаточно поздно. И даже в «Хамелиабог», книге проповедей норвежской конца 13 века, рай определяется просто как плохое место. Ад. А рай – это светлое место, приятное для человека. То есть тоже такие достаточно размытые понятия. Таким образом, значит, Христос предстает, во-первых, как единственный христианский Бог. Он совершенно очевидным образом сополагается с конунгом, правителем, то есть наделяется этими чертами. И не исключено, что те функции Христа, которые усваиваются быстрее всего, они перекликаются с функциями как раз языческих богов. Место Христа в сознании религиозном может быть различным. Христос может вытеснить пантеон богов и стать единственным богом, может стать одним из богов в языческом пантеоне. И это очень хорошо, скажем, подтверждается несколькими текстами, правда, текстами саговыми, но, например, Хельги Тощий, верил в Бога Христа и назвал даже хутор, это один из первопоселенцев исландских, назвал свой хутор Кристнес, но поклонялся Тору. Значит, вот такое сочетание богов. То есть как бы Христос втягивается в языческий пантеон. Христос противопоставляется регулярно и постоянно не Одину, как это ни странно, но Тору. То есть в сагах и в скальдической поэзии возникает такая оппозиция. Рыжий Тор и белый Христос. Причем хвита Кристор – это обычное обозначение Христа. Я не вдаюсь, почему он белый, это связано и с одеждами и так далее. Но рыжий Тор и белый Христос. Многократно, когда возникает рассказ о, скажем, сокрушении капища, то речь христианским конунгам, Оловам Трюгвасоном, Оловам Харальдсоном и так далее, то рассказ разрушение капища представляется как изничтожение статуи Тора. Наконец, чрезвычайно интересно, и этот вопрос требует, конечно, дополнительного и очень большого исследования, которое, может быть, проводилось в одной книге, популярной, правда, до которой я не смогла еще добраться. Это такие очень смутные упоминания. Я нашла три из них. Три таких упоминания. Сейчас, одну секунду, я найду страницу-то.
возьми. Упоминание о... Вот. О том, что существовали какие-то сказания или песни о битве Христа и Тора. В саге Аньяле рассказывается о Тангбранде, миссионере, который вот столкнулся с некой Стейнун, которая сочиняла скальдические стихи. Она пыталась обратить Тангбранда в христианство и долго говорила с ним. Тангбранд оспорил все, что она сказала, и тогда она спросила, я цитирую, «Слыхал ли ты, что Тор вызвал Христа на поединок, но тот не решился биться с Тором?» «Я слыхал, – ответил Тангбранд, – что Тор был бы лишь прахом и пеплом, если бы Бог не захотел, что он жил». Значит, это может быть, конечно, рассказ составителя, автора саги Аньяли. Но в конце X века скальд Эйлиф Годрунарсон сочиняют драпу о Торе, которая почти не дошла до нас, там одна или две строфы только, который называет Тора небесным правителем и, в частности, упоминает о том, что языческие боги потерпели поражение и им пришлось покориться могучему конунгу Рима, то есть Христу. То есть, как бы, вот мы... Не исключено, что за этими двумя упоминаниями стоит некое сказание, которое возникло в X веке вот на стыке как раз христианства и язычества, и которое интерпретировалось по-разному язычниками и христианами. Для язычников победил Тор, для христиан победил Христос, естественно. Это такое предположение, которое вот, требует дальнейшего развития. Поскольку время мое истекло, то остальное я просто как бы назову. Из христианских представлений еще, очевидно, достаточно рано сформировалось представление о загробном мире. Об этом свидетельствуют отдельные погребения христианские, которые Анна Софи Грайсланд выделяет в некрополе Бирке, и целый ряд такого рода погребений найдены в Норвегии вот в самое последнее время. Обрядовая сторона, конечно, знают крещение, окропление водой, это упоминается постоянно, но, кстати говоря, обряд окропления водой был принят в языческое время, детей кропили водой. Может быть, под влиянием как раз христианского обряда. Прекрасно знают, что положено дарить дары с самого раннего времени в связи с крещением, и знают обычаи надевания специальных одежд для крещения, и которые носятся после крещения. Белые одежды «Хвита вадум» упоминаются несколько раз в рунических надписях. Вот это, видимо, то, что усваивалось первыми новообращенными викингами в IX и X веке. Значит, как мы видим, усваивалось очень немногое. Это те понятия, идеи, концепции христианские очень сильно переосмыслялись, приспосабливаясь в определенной степени к язычеству. То есть это, может быть, было даже не подмена язычества христианством, а скорее втягивание некоторых христианских представлений в языческий комплекс представлений. Все, спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Ну, вот, Павел Владимирович. Очень много вопросов, конечно, возникает в связи с интереснейшим докладом. И все Я сразу некоторые комментарии и вопросы. Вот по поводу, есть, может быть, вам это интересно, есть пример
прямая параллель с тем, о чем вы говорите. Это проповедь апостола Помарян Антона Бамбергского в Западном Поморье. Там масса похожих вещей. Там тоже три глав Троицы, и как они обходили сложные вопросы. Там тоже они имели дело с язычниками. Там лучше это, так сказать, условно говоря, запротоколировано. Поэтому ну да, ну да. Посмотреть, ну да. Я уже не выходила за пределы скандинавского материала. Значит, теперь еще один момент, о котором я хотел бы сказать. Вот то обстоятельство, что они не говорили о Троице, как я понимаю, не говорили, особенно не акцентировали вопрос о таинствах, например. Я догадываюсь, что этого не было. Эта вещь, в общем, как мне представляется, не уникальная, поскольку, собственно говоря, и во всех катехизационных, так сказать, пособиях, начиная с еще там с Кирилла Иерусалимского и так далее, значит, еще с византийского времени, да даже и более ранее, если мы Павла вспомним, он говорил не о каких-то сложных богословских вещах, а говорил о самых таких вот о Христе Спасителе и о воскресении из мертвых, собственно говоря, вот о самых таких принципиальных вещах, и в то же время понятных, как бы. Так что немножко... Можно я сразу отвечу частично, потому что потом забуду? Значит, идея спасения и спасителя абсолютно отсутствует. Христос, триумфатор, он изображается и визуальные изображения, и описания. Это всегда торжествующий, побеждающий Христос. Христос, страдающий, отсутствует до конца XI века. Да, ну просто, может быть, такой момент, что... И идея возрождения тоже отсутствует. Да, такие вот вещи, особенно вот касающиеся таинств, они считались дисциплиной аркана, значит, такая тайная даже в ранней церкви, такая, которая уже на самых поздних этапах, так сказать, преподавалась. Собственно говоря, мы можем это немножко такой отчасти курьезный момент, мы можем сопоставить это с современной, допустим, протестантской проповедью мусульмана. Вот я недавно этим вопросом заинтересовался. Они, например, всячески избегают именования Христа Сыном Божьим. Не отрицая этого, но они просто это как бы не прячут, не акцентируют. И у них, вот можете это посмотреть тоже. Интересно. Это очень похоже, вот о чем вы говорили, тоже там акцент на едином Боге есть по понятным причинам. Потому что как только, значит, говорится о Троице и о Сыне Божьем, сразу, естественно, возникает вопрос о многобожии и так далее. То есть по другим причинам, но результат тот же самый. И самое последнее, о чем я хотел сказать, это о моих любимых варягах-мучениках. Вот то, что вы говорили, я, конечно... Но они продвинутые. Да. Но я в каком аспекте хочу сказать? Значит, Вера, спасибо вам большое за те... Я у вас обязательно попрошу ссылки на отождествление Тора с Христом и противопоставление вот на эти вещи, потому что я их не обнаружил. Когда нет, есть монография Люнберга. Да. Добыть ее надо. Да, значит, тут, собственно говоря, вот если мы с вами вспомним, значит, Турову божницу, как в одном из списков, да, и то, что по предположению, значит, Шахматова и многих других, и целый ряд других исследователей, с которыми я согласен, значит, вполне возможно, что старшего варяга звали Тор или Торин, или как-то так, или что-то в этом роде. Значит, и в то же время он называется в проложном житии, значит, варягов-мучеников, человек Божий именем, то, соответственно, возникают определенные такие параллели. Для Западной Европы вот эта облегченная проповедь и соединение языческих и христианских мотивов, конечно, у Григория Великого совершенно четко расписано в качестве указаний к действию Августина, миссионера, направленного к англосаксам. Там это все хорошо. Александр, я к вам несколько вопросов, два или три, наверное. Первый такой короткий. А у кого из кальтов 10 века упоминается киллинг Христа, что икону Гардов? Потому что 10 век, по-моему, рановато. Греция и Гардар.
Вместе, да, но идет Греция и вместе. Гарды не отдельно. Конунг в Грекиум о Гардар. Это надо смотреть. Это начало даже 11 века. Так, и вот вы то, что вы говорили про житие Ансгария, Римберта, мне кажется, что вот у Римберта в житие, да, рассказывает такая мысль, что скорее даже христианство и язычество, или христианский бог языческий, не столько как бы противопоставляются как взаимоисключающие, а сколько вот как бы, конечно, мы взаимонавагающиеся. Глазами Римберта. Римберт описывает как бы реакцию язычников, да, на христианство, что вроде бы как христа не воспринимают как ну, еще одного бога, который просто вот оказывается самый сильный, да? То есть, да. То есть не то, чтобы он явно если есть Христос, то языческих богов быть не может, а они как бы ничто, да, или там позже возникает идея, что это просто люди, которых как бы, да, превратили в богов, да, такое объяснение. Но это позже много. А скорее, да, тоже такое вот, а скорее как бы такое отношение идет у язычников, да, что просто Христос это очередной бог, который просто вот оказался сильнее, и как бы эта идея еще у вас такая имеет земную перспективу. Вот, например, я при объединении той же такой Норвегии, да, вот как Христос оказывается сильнее всех там богов множества языческих, так вот Конунг единый там будет, Олаф Святой, он оказывается сильнее всех вот мелких херцеров или, значит, в Норвегии. То есть вот, Бог единый побеждает многобожие такое языческое, и Конунг единый побеждает так, множество всяких вождей, князей, земель, да? Вот. Значит, я сразу коротко отвечаю, чтобы не затягивать время. Вы простите, чтобы не запоминать все, я записывать негде. Значит, у Римберта я бы не сказала, что есть, высказывается Римбертом представление о том, что Христос может быть одним из богов. Для Римберта это, конечно, единственный и неповторимый бог. Это... Но для язычников и это, я говорила, и это во многих источниках проходит, что Христос воспринимается как один. Вот победил Тора и стал первым богом. И, соответственно, как бы еще тут часто вот именно в обращении язычников христианства, да, в том же да, мотив, что Христос сильнее, да. Еще часто такой мотив чуда, да, что именно если доказывает какое-то ну, это чудо, понятно, да, естественно, да, что, да, что да. Сильнее Христос, да. Тогда принимают веру. Если вдруг там опять-таки случилось что-то, что доказывает, вот приняли христианство, наступил неурожай, да, ага, боги прогневались, значит, перешли обратно в язычество. То есть, ну, это нормальная ситуация, да, тут как бы особо вот. Все понятно. Третье, вот интересно, я подумал, а вот с точки зрения иконографии, просто изображение Христа и Тора, они даже чем, ну, внешне как бы несколько схожи, если брать такое классическое изображение Христа, да, тоже с длинными волосами, с бородой, с усами. И Тор, то как-то это может, вот интересно, как воспринимался вообще образ внешний, да, вот. Значит, да. Это исследование не проводилось. Поэтому я как бы вот изображениями, значит, ну, древнейшее изображение Христа на Еленском камне, естественно. Значит, далее вопрос в том, вот эти маски, которые раньше считались масками викингов на датских камнях, ну и не только на датских, но в основном на датских, являются они изображением действительно викинга с круглыми глазами, с усами, бородой и так далее. Или это теперь... Вот как бы в связи с миллениумом и общим увлечением христианством вот, и общеполагающим таким вот христианским влиянием во всем, в чем только можно, которое мне не кажется, кажется экстремальным, значит, эти самые маски викинга начали интерпретироваться как изображение Христа. Значит, уверенности в том, что это Христос, у меня нет. Так же, как, например, интерпретация изображения на Гёкстадском камне, где совершенно отчетливо Сигурд пронзает Фафнир,
Кастнера, и там вся история изображается, что это следует интерпретировать в христианском ключе, я с этим не могу согласиться. Значит, вот эти изображения масок XI века, распятие этого времени не сохранилось. За исключением маленького распятия из бирки, известного зерненого, где, ну, там особая техника зерн, поэтому сравнивать это изображение вряд ли можно. Вот, но те изображения, которые есть, в общем, они действительно смыкаются с изображениями викингов. Скажем, из Усебергского короля вот этот викинг с выпученными глазами и такими же усами. Ровно такое же изображение на Еленском камне, где Христос совершенно очевиден. Так что, но это требует отдельного исследования и специалиста, не меня. Да, Александр Васильевич. Ну, как-то и вопрос, и... Как, ну, да, и соображение. Так. Лена Александровна, значит, ну, очевидно, следует различать... Да? Я пошла за ручкой. Следует различать между, значит, той адаптированной версией сердца, то и опять-таки экономичным изложением христианского вероучения, которое преподносилось именно из цели экономии, значит, вот теми самыми христианскими миссионерами. Вот, понятно, что они вот тот же самый Христос единственный, который у вас получился, значит, как некое непонимание новокрещенными скандинавами догмата о Троице. Скорее незнание. Может быть, просто именно как раз вот тем целенаправленным изложением христианского вероучения с упором именно на единственность Христа, в отличие от множественности, который исходил уже из уст как раз Ринберта. Да-да-да, о чем я и говорила. То есть, на самом деле, тут скандинавы могут быть ни в чем не виноваты, они... Нет, но это то, что они знали и усваивали. Я понимаю, но вот... Каким бы путем это ни шло. Как бы эти две вещи разъять. Ну да, то есть надо оговорить, да. Да, потому что, значит, ну вот, тут же скандинавское христианство новоиспеченное, оно совсем не специфично, потому что, не знаю, у нас... деревни в России в XIX веке, так сказать, никто не понимал, что такое Троица, и все думали, как известно, что Троица это, ну не все, конечно, очень многие, что это значит Христос, Дева Мария и Николай Угодник, вот и все Троица. Ну, вот. И это не потому, что значит, церкви неправильно учили, а потому что, и, да, и при этом они не были двоеверцами, они считали, что нормальный христианин только христианин, это больше ни во что, в отличие от ваших скандинавов, которые одновременно, что и... Вот тут-то вот, здесь некую рудиментарность вероучения не следует осуществлять с ее... плохой усвоенностью. Она может тысячи лет вообще держаться и быть, и другого христианства. А они христиане. Да. Я христианин. Если сказать, спасибо, то, может быть, так бы не ответил. А моя бабушка, которой молитвенное правило занимала 2 часа в день, у нее любимая поговорка была «Иисус Христос, восьмятку съешь». Потому что вот ей эта церковнославянская заумь была невнятна. Понимаете? Хотя бы на... Вот развести как бы две эти вещи, я думаю, это вот некой такой вот определенностью в исследовании. Что, собственно, исходит от миссионера, а что исходит от... Да, это надо говорить. И, так сказать, что в этой сумятице в мозгах новокрещаемого является неким естественным и типичным, а что является вот специфичным, да? Именно скандинава, у которого там почему-то то-то, то-то и то-то. Вот был какой-то то очень похожий, там или еще. Спасибо. Я хотел бы такой вопрос.
стоит ли связывать образ Белого Креста только с белыми одеждами, с процедурой крещения? А потому что я специально занимался этой проблемой цветовых эпитетов в древнеславянской поэзии, в частности. Но, и там интересный есть контекст эскардов, я сейчас не вспомню, у кого эскардов это было, но в одной вещи есть такое панорамное изображение Христа, который сидит под мировым древом на тронах могущества, рокстола, богов, у источника Урд. И если мы интерпретируем этот контекст, то источник Урд — это источник белой субстанции в мифе. То есть в мироздании Снорри белая субстанция — это она собой символизирует творческое начало Вселенной. И, собственно, позиция Христа и Нимба у источника Урд, при этом в белых одеждах, она не случайна в этом смысле. И с этой позиции можно скорее из языческих богов Христа отождествляет с Хеймбелем. То есть для этого есть две предпосылки. Одна, что Хеймбель назван, по-моему, единственным из всех богов белым. Хеймбель, он эксплицитно называется в Старшреде, белейшим из богов. Это во-первых, а во-вторых, жертвенность образа Хеймбеля, который, как известно, в пантеоне исполняет такую неблагодарную работу. Он стоит, он является медиатором между внешней средой и обиталищем богов, то есть он стоит на границе и охраняет текущий миропорядок. И наверное, с Бальдером, то есть с Одином, насколько мне известно, Христа все-таки практически не отождествляли, и уж тем более с Тором. То есть параллель с Бальдером, она бесспорна, причем на следующем секунде... Ну, бесспорна или нет, это вопрос, но это очень распространенная точка зрения, я бы сказала так. Только некоторые исследователи склоняются к мнению, что образ Христа был первичен, а образ Бальдера вторичен. То есть, или наоборот. Да, то есть опять же, это вот игра такая. А как же Госпитальский крест, где там этот самый Один Христа? Там с изображениями там все очень непросто, потому что вообще в изображении богов имелась определенная иконография. То есть человек с усами, с бородой и без одного глаза — это явно Орел. Там точно такой же человек с усами и бородой, только на кресте, на одном из камней — это явно Христос. То есть человек с обоими глазами, бородой и усами, с молотом на одном из камней — это опять же Тор. То есть по этим изображениям очень трудно что-либо сказать. Так, спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что отождествление с Хеймдалем, с Бальдером и так далее, я этого всего не касалась, и влияние христианства на мифологию я тоже не касалась. Совершенно специально, потому что это отдельная тема с колоссальной литературой самостоятельной, и это дело более позднего времени и фиксируется в памятниках только более позднего времени. Что касается строфы по поводу источника Урдар, то это строфа читается плохо, интерпретируется несколькими разными способами, и, в общем, с ней лучше обходиться крайне осторожно, и я ее даже поэтому, в тексте, скажем, она у меня есть, я ее употребляю, но сейчас я даже не упоминала ее, потому что она требует отдельного специального разговора. Поэтому, что касается Белого Креста, то здесь, конечно, не только белые одежды. Для вот того периода, о котором я говорю, и я это упомянула в докладе, Христос ассоциируется каким-то образом со светом, белизной и так далее. Потому что вот и рай представляется как некий свет. Вот Галина Васильевна сейчас будет рассказывать, наверное, о рае. Вот, что она скажет еще по этому поводу. Но в рунических надписях вот это «Христос, помоги ему оказаться в свете Юс», вот эта формула повторяется несколько раз. «Веди его в свет». То есть вот это представление о свете, яркости, белизне, оно связывается определенным образом с Христом. На чем это основано, я не знаю и не искала пока еще, потому что вот руки не дошли. Спасибо. Если кто-нибудь подскажет, я вот скажу спасибо.